Здорово всем, это Фриз, и сегодня я послал свою девушку, чтобы научить ее гриферить. Поздоровайся. Всем привет. В общем-то, ребят, чтобы вы понимали, я уже учил однажды играть, как бы хотел, чтобы она со мной гриферила. И сегодня я ее позвал, чтобы научить ее гриферить, в принципе, на хорошем оборудовании, на хорошей клавиатуре, на хорошей мышке и на хорошем мониторе. В общем-то, набираем здесь 5000 лайков, да, это много, но все равно. И выходит вторая часть. Сейчас скажешь. Да когда ты меня учил записывать и такое грифер-шоу играть? Мы с тобой, помнишь, играли уже в Майнкрафт обычный? Помнишь? Да? Нет. В смысле? Ладно, помню. Это то же самое, только теперь ты типа гриферишь, там убиваешь народ, всякая вот эта тема. Какой народ? Где мне его взять, народ? Какой кошмар. Народ. Так, куда бежать? Да хоть куда, все, я тебя научил, все, давай, удачи, всем пока. А че я так медленно бегу? Вот на Ctrl нажмите, на Ctrl, вот, и бежи. Ну вот, вот теперь ты научилась бегать, деревья-то ломать умеешь, в общем... Да, я умею играть. Андрей, ну реально, кого мне бить? Так, погоди, пока что бить не надо. У нас на сервере есть киты, то есть ты покупаешь донат, да? Ну, привилегии. Ну, ты знаешь, что это. Или нет, не знаю. Да. Вот. И типа, можешь киты прописывать всякие. Шаришь? Угу. В общем, смотри, прописывай слэш, 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 слэш. Пропиши слэш, слэш. Да? Да, да, все правильно. Теперь кит пиши, кит, кит. На сам пиши, я не умею. Так, смотри, перед тобой наборы, у тебя сейчас самая крутая привилегия, администратор. Прописывай, короче, набор, вот, вот это вот, на шалкер, да, вот это нажимай, и вот, на сундучок, вот теперь, вот, набор Мефисто, все, хорош. Так, закрывай и одевай бронь. А куда? Че ты смеешься сразу? Так, давай, 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 одевай вот это. Ребят, вот перед вами девушка, которая не играла на игрифских серверах, вот просто так перетаскивает бронь, нормально, нормально, пофиг, пойдет. Так, в общем, смотри, чтобы найти человека, тебе нужно нажать вот на эту английскую букву Z, вот, нажимай. Угу. И на вот эту R, вот, да-да-да, это чтобы посмотреть, какие игроки у тебя поблизости. Попугай. Это не попугай, это не попугай, это ловушка. Короче, это человек, который замаскировался в попугая. А можно я его... Попробуй, давай. А, все, видишь, исчез. Чао. Потом вырежешь. Давно написано просто. Ну давай подсказывай мне, я не знаю. Так что, я же тебе сказал, вот смотри, Z и R, это искать людей. Ну, типа, ты же со мной поехалась уже, ну, ты что, забыла, как мы на Вилморе там фигачили друг друга? Забыла. Андрей, ну ради Христа, ну помоги, блин. Да что, я же тебе уже все помог, смотри, вот, Z, это искать игроков, R, это вот кто у тебя рядом. Ты идешь вот по этой стрелочке, смотри, вот видишь, там написано стрелочка. Хорошо, я не понимаю, куда эта стрелочка показывает. Ну смотри, вот R, вот смотри, стрелочка, вот туда, значит, разворачивайся вот так вот, да, вот, вот. И теперь R снова нажимаешь, и вот, теперь вот туда вот нужно, вот, вот туда вот, на тот блок, вот, 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 вот он, вот, видел, 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 видела? Видела. Вот он, все, убивай, давай, 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 нападай на него, нападай, давай, давай, давай. Все, давай, просто одним ударом сможешь загасить, давай, 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 нападай, и давай, все, хорош, молодец, 2-5. Класс, да. Ну это был голенький, правда, типа ты в максимальной броне. А в Майнкрафте есть две руки, ты же знаешь, да? А, сюда ты можешь взять, получается, щит, вот, и им прикрываться. То есть вот, если тебя челик фигачит, то ты можешь вот так прикрыться, и когда ты увидишь, что он, типа, ослаб чуть-чуть, ты берешь так, отжимаешь щит, да, отжимаешь щит и фигачишь его вот так вот мечом. Понятно, нет? По-моему, я очень плохо объясняю. Также есть тотем. Тотем — это чисто, если ты ложишь во вторую руку, то тебя не могут убить один раз. То есть у тебя есть вторая жизнь, так сказать. Его могут сбить, да? Да. Я знаю. О-о-о! Так, теперь R нажимай, да, R нажимай. Во, хорош. Вот видишь, стрелочка 61. Вот, вот, туда вот. Да, да, все правильно, правильно, правильно. Беги, 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 беги. А куда мне бежать? Ну там же стрелочка была! Знаешь, что подумала? Че? Сейчас у тебя половина, 1/3 подписчиков девочек, то их уйдут. Почему? Просто. Почему? Разонравишься ты. А куда ты идешь? Погоди, ну так по стрелочке. Так в смысле, стрелочка вон, на юг иди, вот туда разворачивай. Вот, вот, да. Даша, ты что, по стрелочкам что ли не можешь ориентироваться? Нет. Почему? Ну потому что стрелочки какие-то, они непонятные. Че ты боковым зрением пасешь? Я же за все на монтаже увижу. Я знаю. Куда я пришла, блин? Да откуда? Я на R нажми, вот смотри, стрелочка 77. Поворачивайся туда. Да куда? Смотри, гайд, смотри, вот R нажимаешь, смотри, стрелочка сюда. Значит, тебе нужно развернуться вот так вот, снова R нажать, и видишь, теперь вот, стрелочка сюда, значит, нам надо туда вот.
Понятно? Я не понимаю, куда стрелочка показывает. Да в смысле? Ну вот, смотри, вот стрелочка 48. Вот, туда вот бежим. Вот, стрелочка вот теперь вперед. Теперь снова вот сюда вот. Вот, вот видишь ник теперь. Поняла, не? Угу. По-моему, ты ничего не поняла. В общем, на, держи. Вот, давай, нападай на первого. Во, хорош, давай, только не кликай, не кликай. Вот видишь, кулдаун нужен. Вот, во, я знаю, во, ты во. Меня учил. Во, 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 видишь, видишь, недаром, недаром. О, вижу тебя, влюбляюсь немножко и смущаюсь. Осталось совсем чуть-чуть, 3 хп. Давай, у него щит, видишь щит? Нужно ему сломать щит топором. Мы с тобой учились топором. О, а, ну можно и без топора. Там второй, второй, смотри, 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 давай, фигачь его, фигачь. Да блин, я не успеваю. Так нормально, ты только беги, 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 на спин нажимай. Я не успеваю. Так давай тогда луком, 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 луком. Я не умею луком. Да. Мы с тобой играли, ты чё? Давай, зажимай. Вот, давай, давай, и стреляй. Давай, еще чуть-чуть осталось, слушай. Нет, я не умею. Так, все, тише. Так, ладно, на самом деле у тебя был включен ваниш, то есть тебя никто не видел. Типа, это я так делаю. Да я так и знала, что ты мне какую-то фигню сделал. Поддаешься мне. Снова давай, З, вот так вот, З. Все, давай, все, я пошел, пока. Все. Ну вот смотри, 42 метра, вот туда беги. Вот, смотри, снова Эрна. Вот, вот туда, вот туда, вот туда, вот туда. Мне уже ухо оглохло. Вот, смотри, видишь ник? Вон там ник был. Вон, вон, вот, да-да-да-да, видишь? Все, вижу, вижу, вижу. Вот, давай, давай, нападай. Только старайся на алмазиков не нападать, потому что они тебе могут просто вот, ну, вот, вот так вот. Поняла. Короче, поскольку тебя следит, тебе нужно начать все с нуля, то есть грифер шоу с нуля. Прописывай //want. Ну, ты знаешь, типа, ну, ты же смотрел мои ролики, типа, грифер шоу с нуля. Ничего не смотрела. Так, смотри, вот тебе выдался топорик, бери его в руку. Что теперь? Теперь снова ZR, Z, вот, вот, правильно, теперь R, вот. И видишь, по стрелочкам снова Али... А, ну здесь челики, топеры. Непонятно, что ли, да, ничего? Все понятно, давай. Так, короче, твоя задача найти какого-то челика, вот просто нуба, который там, не знаю, будет... Смотри, тебе написали фриздай, Мефисто. В общем, смотри, тебе нужно найти какого-то нуба, который будет одет, ну, в принципе, не очень-то и жестко. Типа, не алмазник, а такой кидстартер чистый. К нам, кстати, кто-то телепортируется постоянно. Во, вот этот типок, смотри. Давай, убивай его, давай, 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 давай. А он не бьется. Он читер, да? Забани его. Да, да, читер. Давай. Хелпер, читер. Давай его за это. За это? О, сундук. Открой его. Он не работает. Открой, так ты же топориком, ты топориком выделяешь. Во, видишь, халявные это, шмотки. Это можно брать? Да, конечно. Так, ты... Сейчас вырвемся. Так, ты один нагрудник, потому что, ну, защита все-таки не помешает. Так, смотри, бери в руку топорик и иди искать каких-то челиков таких, нубов. Ну, чисто кидстартеров. Ну, как я, да? Ну, да. Смотри, нажми на R. Смотри, здесь очень много игроков, да, по ниру. А, ты можешь прописать инфси и ник, чтобы узнать инвентарь. Привет! Это они типа пришли к фризу, но я не фриз, и типа они такие, ой, это мне, спасибо! Девочка, Саня. Смотри, пропиши /infc и ник. Смотри, сначала ты должна узнать, кто здесь поблизости. Вот, смотри, здесь есть Хакер Каро, Уатоп и Рексулеререререр. Понятно? Теперь пиши /infc, /infc, инвсие. Пробел и ник. Ник. Смотри, вон там, смотри, 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 вон там вот мы, смотри, 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 смотри. Я смотрю. В общем, смотри, вот, есть Хакер Карл, да, ты вот так пишешь Хакер, нажимаешь на таб и Enter. Вот, это его инвентарь. В общем, я очень плохой учитель, всем удачи, всем пока. Ладно, я вернулся. Да. О, его бить можно? Давай. А, это тот, который хакер. Не-не, другой, это уже сошел как какой-то. Давай, бей. Давай, я тебе чуть-чуть чит пропишу. Давай, все, теперь можешь бить. Давай, бей его, просто фигачь его. Смотри, сколько ты ему наносишь, ты его сможешь слить. Давай, только не кликай. Ты должна вот так, знаешь, с кулдауном бить так. Раз, два, три, вот так вот. Я понимаю. Ну так все, давай. Так что ты тогда кликаешь? Да он какой-то читер. Да он не читер, просто ты... Ну ладно. Это я читер, да. Ну да. Давай, мочи алмазника! Тише. Смотри, у него очень мало хп, 4 сердечка, давай! Разгоняйся, вот, Ctrl нажимаешь, во, правильно, чтобы разогнаться. И давай! Ну, давай, Даша, ну ты же сможешь, давай, ты же меня пэхала. Только не кликай, не закликивай, Даша. Ты должна вот так вот, раз, два, поняла? Вот смотри, вот, видишь, нубик, вот эту сердечку? Смотри, нубик. Где? Вот. О, прикольно. На самом деле тебе все равно. Блин, сложно. Как ты так это делаешь? Что ты замолк? Ты там угораешь с меня? Ну, вообще-то я просто, типа, смотрю, как ты играешь. Интересно? Ну, да. Йо, Таля. Все, давай играть. Не, они между собой или что? Я не могу понять, а я куда? Да потому что тебя невозможно убить, я же тебе чит прописал. А, чё, ну, да. Прикол. Знаешь, это типа чит как GTA-са. Ну, типа, GTA-шка, San Andreas, ты что, не шаришь?
Чувак, ты... Ой. Вырежешь, вырежешь. Нет, я не шарю. Нет, я не вырежу. Мне мама посмотрит. Короче, все, смотри, тебе жопу показывают. Все, смотри, даже разделись просто всем уже. Реально? Да, типа тебя унизили сейчас очень жестко, типа тебе жопу показывают. Реально? Да. В смысле, реально это так и такое есть? Да, типа это всемирный знак унижения. Снимаешь штаны и вот так реально? Жопу показывают. Почему да. ты мне не рассказал? Только, ну вот ты видишь, узнала сама зато. А здесь половину фрагмента просто отрезала, поэтому смотрите с середины. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Еще чуть-чуть осталось. Два середины. Ну, давай, за ним, за ним, за ним, за ним. Давай, открывай дверь, открывай дверь. Все, хорош. Еще, все, рассыпался. Молодец, молодец. Че, реально? Да, все, загрехрело. Ну давай, теперь этого осталось. Смотри, видишь, он ставит щит. Топор. Вот, и теперь, вот, еще фигач. Да. Все, осталось чуть-чуть. Давай, вот, он снова щит поставил. Топором сноси. Вот, хорош. Все! Ну, я крутая. Ну, а потом игроки начали очень сильно ее таргетить, и вот. А, все, я не буду. Все, играй сам свой Майнкрафт. Чего? Ой. Тебе не нравится? Не нравится. Не нравится. Может, хочешь пообщаться с игроками? Нет. Чего? Вот, хотя, ладно, давай. Просто что, реально? Если набираем здесь 5000 лайков, то мы идем в Дискорд с игроками и Даша разговаривает с ними. Ну а концовку мы забыли записать, поэтому все. Всем удачи, всем пока, с вами Мадиафриз. Не забывайте подписываться к нам. Всем пока.